можем переходить к первой визитной карточке, максимум за которой, между прочим, 5 баллов. И первая команда, которая выйдет на эту сцену, команда КВН, сборная Новосиба. Ваши аплодисменты. Музыку выруби. Слушай, ты мне сначала там ролл жрал, потом на сцену тащишь. Ладно, команда Новосиб, погнали. Команда из НГПУ на этой сцене снова вышли из сумрака и начали по новой. Третий сезон в игре. Команда Новосиб, любимый город, воу, и это наш мотив. Вот это размер голоса, да? Ну что, друзья, всем привет! Перед вами команда из НГПУ. Откуда? Спеда, Саня. Сегодня самая добрая игра сезона. Больше никаких разногласий в команде. Униженных людишек. Может, я стану капитаном? Орехов, тебя не треснет! Я же говорил, он так скажет. Стоишь тут пьяный, тоже мне труп называется. Слушай, ты что сегодня такой нервный? У меня вчера случай был. Моего хомячка Константина в пылесос засосал. Я ему главное: Костя, Константин Палыч, не лезь! И что? И смех, и мех. Слушай, вот везет вам толстякам, что вы смешные, конечно, это да. Придурки, вас давно разъединить надо было. Ты стой там, ты здесь. Вот так получше будет. Так, придурочный, давай иди сюда ко мне, вот здесь стоять будешь. Все, вот так вот нормально. Не, ну вы полные уроды, конечно, да. Тут еще есть. Друзья, есть такая новость. Ученые Новосибирска создали самую гладкую поверхность в мире, да. И отдали ее нам! Ваня, ну почему на всех нормальные шутки, а на меня плоские? Да я просто жаба душит. А видео есть? Да. Вот так вот. Вот она бежит. Не, ребят, если дальше будет так же не смешно, ради победы я готова раздеться. Ну все, Бурдик, зал теперь точно ржать будет. Понятно. Не, ну ладно, прекращай. Давай лучше нашу любимую. Мы вместе с вами дождите. Сборная Педу Нигера. Это открытая лига. Команда Новосиба. Ну что, зал, смотрись, понемногу понеслось. Что ж, друзья, а после каждой вечеринки обязательно должен остаться вот такой вот тип. Дай поспать! Да ты достал уже! Киньте в него что-нибудь! Нет! И такое случается. Женщина-дальнобойщица. Эх, скучно. Точно, путана. Вот теперь веселее, да. Стоп, музыку. Че, Ваня один играет? Да. Хорошо. Что ж, представьте, очень старая учительница физкультуры. Классно, проститутку, наркоман, рассчитайсь! Да пошла ты! Обожаю ПТУ, здорово! Где-то на скамейке в парке. О, посмотри, какой новый запах. Давай попробуем много. О, цветы. Потрясающе. Шикарно. Девочки, понюхайте. Фу, что это? Зюганов. А
на каждой вечеринке рано или поздно в такой момент случается. Напился, веди себя нормально. И чё? Я говорю, напился, веди себя нормально. И чё? Я говорю, напился, веди себя нормально. Да пошла ты. Обожаю ПТУ. Ладно. От наших родителей можно ожидать что угодно. Итак, случай в семье. Сынок, здорово! Батя тут возле помойки шел, смотри, какая штука, а! Вот оно, а! Там еще шифонер стоит, сходи, забери, а! Папа, меня во дворе уважать перестанут. Помнишь, ты вчера в лужу упал? Так и че? Так это не дождь, пойди рассказать. Папа, если меня Светка увидит? Слушай, Светка нормальная бомжиха, она все поймет. Да не это, Светка, ну! Короче так, либо шифонер, либо батя. Нет, либо шифонер, либо мамка. Короче, батя, у тебя дебил, ё-моё, махать за шкаф, Светка! Бомжиха! Да и она тоже, пойдем разнимать! Давайте, давайте, придурчики, все сюда. Друзья, знаете, мы играем третий сезон в открытой лиге и считаем, что уже можно шутить над жюри. Гусман, Шмусман. Да, так и до Зайцева дойдем. Зайцев, Шмусман. Вот ты бы заткнулся когда-нибудь, конечно. Ладно, и перед летом хотелось бы уйти красиво. Команда из МГПУ на этой сцене снова. Пришли из сумрака, и начали с новой. Третий сезон в игре. Команда на России, любимый город. И это наш мотив. Команда КВН «Новосиб» четко и со смыслом, спасибо! Это «Новосиб», это не Америка, это город на вынос. Ваши бурные аплодисменты сборной «Новосиба»! Женя, в следующий раз я буду представлять тебе еще с одной интересной регалией. Будь готов. Ну что, мы можем двигаться дальше. И на этой сцене появляется команда, которая представляет сборную Новосибирской области. Команда КВН «По любви». Ваши бурные аплодисменты. Здравствуйте! Вас приветствует команда КВН «По любви». Друзья, мы хотим раскрыть вам маленькую тайну. На самом деле мы с Сережей и Ризой с Виталией уже 3 года встречаемся. И сегодня у нас годовщина. Ир, а можно мы с мальчиками в честь праздника в сауну сходим? Нет. А на футбол? Нет. А можно с Костей хотя бы погулять? Можно. А в чем подвох? Костя — это наша собачка. О, Серега, а мы с Лизкой вчера про тебя миниатюру придумали. Представьте, в обувном магазине. Девушка, здравствуйте, а у вас есть сапоги с мягким каблуком? Я вообще-то какой-никакой мужик. Какой? Никакой. А где Вадим? Где этот плейбой? Плейбой рядом со мной, мой милый бэби. Плейбой пьет такой. Здорово, ребят. Помните Маринку, с которой я недавно познакомился? Ну, короче, у нас не сложилось ничего. Всю рубаху разорвала. Все сигареты расстреляла, одну оставила, говорит, последний только мусор забирает. Вадим, ну ты же ничего не смыслишь в романтике. Я могу номер про любовь показать? Давай. Легко. Представьте, мужик с бабой в кровати. Дорогая, а может, ролевые игры забабахаем? Я буду сторожем, а ты будешь вором. Ну давай. Где мои яблоки, дрянь? Так, мальчики, не общайтесь с ним, понахватайтесь еще чего. Команда КВН «По любви», начинаем добрый юмор. Здравствуйте, дорогие друзья! И для начала давайте представим стюардесса, которая очень хочет выйти замуж. Курица, рыба, мясо, тефтельки, борщик приготовила. Убираться умею. Я вообще баба хозяйственная, ну пожалуйста. Случай в очень бедной семье. Мама, папа, смотрите, как я на раковине научился играть. Ой, какой молодец. Музыка.
мужик очень давно не знакомился с женщинами. Дамы, а не хотите покружиться в вальсе с молодым поручиком? Вы какой-то старомодный. А давай поедем ко мне на усадьбу под Свердловск. Я покажу вам ордена и фронтовый альбом. Спасибо, но мы никуда с вами не поедем. Юный корнет, умерьте свой пыл. Эти дамы не стоят того, чтобы за них проливать кровь. Поехали в отдых, там нормальные бабихи. Представьте, ночь, жена уже спит, а на мужа нахлынула волна воспоминаний. Дорогая, ты спишь? Угу. Слушай, а помнишь, как мы познакомились? Я привел тебя в дорогущий ресторан. Кафе «Анастасия». Я был одет в своем самом-самом лучшем костюме. На нем было написано «Салихард Энергосбыт». А потом мы катались на моей машине. На моей машине. На твоей машине. На моей машине. А потом мы встречали рассвет. Мы встретили ментов. Ну на рассвете же. Дорогой, а ты помнишь нашу свадьбу? Ну да, помню. Расскажи, пожалуйста, я просто пораньше ушла, у меня дети все-таки. Дорогая, мы вообще-то с тобой уже так долго вместе, нам же с тобой так хорошо. Слушай. А ты не хотела бы все это повторить? Хотела бы. Дорогая, ты спишь? Угу. А помнишь, как мы познакомились? Известные режиссеры Никита Михалков и Андрей Кончаловский попросили у Владимира Путина 1 миллиард рублей на развитие отечественной кулинарной сети конкурента «Макдональдс». Давайте представим, держатели Коченевского общака пришли с тем же вопросом к городскому главе. Здрасте! Здрасте, кто такие? А вы нас не узнали? Мы вообще-то местные звезды. Нас уже 2 раза в ЧП на НТВ показывали. А, братья Дударчики. Че надо? Понимаете, нас своим коллегой не устраивает качество местного кафетерия «Элегия». Нас там бьют! И мы хотим построить свой новый кафетерий. Где вы его хотите построить? На месте стриптиз-бара. Его, кстати, скоро закрывают. Как закрывают? Давай о девках подумали, им скоро ЕГЭ сдавать. Вот. Кстати. А что по меню у вас будет? Ой, ну, во-первых, хрен его знает. А во-вторых, что на урожай насобираем, то и будет. Кто знает-то? Кстати, в кафе будет безналичный расчет. О, виза, мастер-карт. Тьфу, типун тебе на язык. О, тетрадка, кормильца наша. Ой, придурки, вы понимаете, что Кончаловский и Михалков уважаемые люди. Они деньги заняли, они деньги вернут. А вот вам бы я не доверял. Ах так? Тогда мы на День города покажем видео, где вас избивают. Нет такого видео. Сейчас будет. Хай, мы братья Дударчики, и сейчас мы будем избивать мэра. Иди сюда. А в конце, как милая и романтичная команда, мы хотели бы дать вам совет. Дорогие девушки, если вы хотите оскорбить своего парня и при этом не отхватить, делайте это в КВН. Здесь это хотя бы весело. Да, толстый? Да, любимая. Команда КВН по любви, спасибо. Ваши бурные аплодисменты, команда КВН по любви. Можно поаплодировать громче. Хотелось бы сказать, что состав полуфиналов мы узнаем лишь только после последней 1/4 открытой лиги КВН, потому что полуфиналистами станут те, у кого будет самое большое количество баллов за игру в 1/8 и в 1/4. Ну что ж, мы переходим к следующей команде под ваши бурные аплодисменты. На этой сцене команда КВН «Чай». Громче, друзья! Вот другое дело! Вы в зале, жюри в жюри, жюри. Ведущий за тумбой, за тумбой. Кондуктор в автобусе, в автобусе. Загорелыч, Загорелыч. Ух, все на месте. Даже пакеты в пакете. На месте. Даже монстрация на Калинина. Но только чего-то не хватает.
Но только чего-то не хватает. Тачки, деньги, хорошие шутки. Еще не хватает резиновой утки. Еще бы такого кальмара побольше, чтобы такой размером с Польшу. Чё за шабаш вы тут устроили? Вообще-то, чтобы попасть в полуфинал, мы решили кардинально измениться. И теперь мы колдуны! Кто? Колдуны! Так, ребят, а что вы умеете делать? Гипнотизировать. Вы что, дураки? Гипноза же не существует. Какой нафиг гипноз, ребят? Ну что вы в него верите-то, а? Остановитесь! Колдуны! О боже, началось! Что это было? Видение. И что ты видел? Собаки смотрят Первый канал. Браво! Браво! Марин, ты что делаешь? Я через свой третий глаз смотрю концерт Филиппа Киркорова. И что там? Сорвался. В окно с размаху крылом, ведь я лучшая мышь. Колдуны! Эй! Я тоже хочу видение! I like big... Ой! 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 Успел что-нибудь рассмотреть? Да, успел! Людоед ест корейца! Есть что-нибудь запить? Я вызову для тебя дождь! Стойте, но ведь наш ведущий намокнет! Я спасу его! Максим, спасибо за вечер. Спасибо, что подвез меня на своей тумбе. Вот мой дом. Вот моя семья выглядывает. Ну все, давай, пока. Че ты стоишь, иди. Марин, может, скажешь правду? Максим, прости, но мы не сможем быть вместе. Потому что я колдунья. Колдуны! Ребята, подождите. Кажется, у меня тоже видение. О, да ладно. Вижу, вы едете в Хогвартс. Хогвартс. Надевайте шляпу. Шляпу. И она говорит вам. Что, что говорит? Идиоты! Вы что показываете? О, и это мне говорит полукровка. Ой, слышь ты, полудурок. Ребят, а я тип, который наколдовал миниатюру. Итак, представьте, сын кенгуру приводит в первый раз своих друзей домой. Ребят, вам может им привезти, а? Мам, не, не надо. Ну ладно. Колдуны! Вот и стоило ради этого эволюционировать. Ну, ради секса стоило. Да. Ради чего? Ну, ради аиста, который детей приносит. Вот как мне с вами дальше играть? Да как с тобой дальше играть? Ты все время чем-то недовольна. Все, я ухожу из команды. Такси! О, а ты меня еще ждешь? Ну, вези меня куда хочешь. Это розочка мне? Как мило! Чё у тебя какая дурацкая песня постоянно играет? Я лучше радио послушаем. Латоха FM. Самое кудрявое радио в мире. Латоха. 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 Я продал, ты купил. Реклама на Латоха FM. Скучно? Ну да. Не знаешь, чем себя занять? Ну да. Тогда покупай себе в машину собаку с качающейся головой Латохи. Вау, круто! Собаки с качающейся головой Латохи. 8-913-555-555. Без НДС, без ПДС, без СНС, без трусов. Латоха FM. Нет-нет, я полубог.
Есть тысячи треков про любовь, но не один про это. Есть миллион историй, есть миллион поэтов. Есть миллиарды судеб, а есть всего одна. Никто не знает, как любит Латоха. Пацана, пацан не мальчик, он никогда не заплачет, если пришла. Какое-то дурацкое название Латоха ФМ. Да, Максим? Так, почему мы едем в лес? А, наверное, ты лесоруб. Хотя, стой, подожди. Ты один из этих. Так, выпусти меня из машины. О, смотрите, Маринка вернулась. Бумеранг. Ну все, ребят, давайте заканчивать. А закончить свое выступление хотел... А подожди, Дем, подожди, а где же наш Макс? Так он же в магазин ушел. Зачем? За этим! И что это такое? Вы что, не в курсе, что ли? Это же новый тренд. Собака, скачающаяся головой Латохи. Дорогие друзья, если серьезно, то слава, популярность, известность – это не всегда хорошо. Правда, Максим? С вами был Чай, спасибо. Ваши бурные аплодисменты, дорогие друзья, команда КВН «Чай». Но громче, можно аплодировать! Неожиданно. Все, добился, есть собака. Ну что, друзья, мы можем двигаться дальше. И следующая команда, которая выйдет на эту сцену, хотелось бы сказать, что это самые молодые участники открытой лиги. Хотелось бы попросить вас заранее поаплодировать. Ну что ж, друзья, на сцене появляется команда КВН. В моем квартале все спокойно. Дорогие друзья, не удивляйтесь, просто сегодня у нашей команды юбилей. Сегодня у нас 25-я игра. И сегодня каждую шутку мы будем заканчивать вот этим звуком. Что ж, на улице весна, из-под снега появились первые цветы, и кое-кто сегодня пришел с розочкой. Семен Андреевич, ну раз уж пришли с цветами, подарите даме. Девятка! Сергей Сергеевич, мне кажется, из вас скоро что-то вырвется. Да? Номер? Представьте, хомячок увидел, как школьники матерятся. Наташа, вашей маме шкаф не нужен? Нет. Ну, может, кому-то в зале нужен отличный чехословацкий шкаф. Семен Андреевич, не надоели ваши подкаты, я ухожу. Наталья Константиновна, стойте. Вы вспомните, мы же вас нашли, обогрели, накормили, одели, раздели, посмотрели. Оценили, обсудили, ну и в команду пригласили. Семен Андреевич, у вас же язва, вам же нельзя острое. Ну что ж, пока у Семена не случился рецидив, давайте начинать. В моем квартале все спокойно. Погнали! Еще раз добрый вечер. Итак, представьте, что было бы, если бы Буратино верил в Бога. Че, правда? Да вот тебе крекс, пекс, фекс. Поп решил угарнуть. Глухой продавец черемши. Почем черемша? 50 рублей. Ну как вы узнали, вы же глухой. А что ты еще мог у меня спросить?
представьте, в очень бедной семье наконец-то поклеили обои. Ну, красота. Красота? А говорили, без стен не поклеишь. Итак, представьте, Сергей Шнуров с женой только что посмотрели рекламу Аликапса. Слушай, ну, я думал, ты ЛСД перед сексом жрешь. Парень решил сделать сюрприз девушке, у которой одна нога короче другой. Так, дорогая, проходи, осторожно, сейчас ступенька будет. Где? Да все, прошли уже. А такие люди найдут вас просто везде. Не хотите поговорить о Боге? Весна, время призыва, и в последнее время появилось очень много организаций помощи призывникам. Но никто не знает, что там происходит. Итак, в одной из таких контор. Повторяй за мной, я дебил! Я дебил! Я не могу служить в армии! Я не могу служить в армии! Ладно, на умственно отсталого ты не тянешь. Ладно, поднимайся в 308-й, скажешь там, у меня есть лишние конечности. Ну что, совсем дебил? Подождите, вы очень зря так несерьезно относитесь к службе. А вы когда-нибудь слышали легенду о том, как солдаты с Богом поговорили? Однажды генерал сказал своим солдатам построить ему многоэтажный особняк и забыл про них. И чё? А они строили. Так, ну я надеюсь, это все легально будет. Ну ясен красен. Так, всем лежать, это спецназ. Ну вам, ребята, я уже никак не помогу. А вот подошел к концу наш юбилейный вечер. И мы хотели бы закончить любимым тостом Серегиного бати. Короче, за нынче бороться будем. В моем квартале все спокойно. А завтра в гараж пойдем с тобой. Спасибо. So you gotta fire up. Ваши бурные и звонкие аплодисменты, команда КВН, в моем квартале все спокойно. КВН стал у меня веселее. Чуть-чуть. Ну что ж, и последняя команда, которая выйдет на эту сцену со своей визитной карточкой. Команда, представляющая музыкальный стиль юмора. Команда представляет СГГА. На сцене команда КВН, картина Репина. Ваши бурные аплодисменты! Да-да-да, опять все то же самое. Добрый вечер, дамы и господа. Ребята, почему мы опять идем не по сценарию? Господа, подхватывайте. Ваку-ва-кузнецы, ваку-ва-кузнецы, ва-кузнецы, молодые кузнецы. Выковали себе стринги сорванцы. Георгий, твое лицо как Париж. В смысле? Я б съездил. Ты вообще почему на меня наезжаешь? Вообще-то со мной братва. Кто? Эти неадекватные? Слышь, кто здесь неадекватный? Я не поняла. Это мы неадекватные. Кто неадекватный? Ой, а я тут забыла. У меня ж песенка есть. Как-то очень поздной ночью довозил таксист меня, но когда ему платила, не хватило мне рубля. Я краснею, я бледнею, я не знаю, что сказать. Видимо, придется по-другому отдавать. Мыть машину, мокрой тряпочкой пройдусь без футболки. Света. Да, Света, да. Ты, конечно, молодец, я не спорю. Но поешь ты отвратительно. Кто, я пою отвратительно? Ты поешь отвратительно. А у нас вокальная дуэль. Дамы и господа, в правом углу ринга чемпион в самом что ни есть жирном весе
100 килограмм чистого вокала Монсеррат Кабанье. В левом углу ринга обладательница титула «Подпойка года 2014» Света Звезда Фальцета перепела Гея. Господа, на середину. Высокие ноты не брать, ниже тенора не бить, не воинговать, не дорнить, не лепсить. Господа, по одной строчке, поехали. Вроде красиво очень, выглядишь вполне отлично. Не ходишь по клубам ночью и ведешь себя прилично. Но сердце твое тает, мужика не хватает. В чем же твоя проблема? Просто попа словно остров. А, стоп! Господа, у нас выявился победитель. Победил дуэт. Дуэт дураков, ребят, елки-палки, сколько можно опять на вас псов спускать? Дима! Дмитрий, почему так долго? Вы что себе позволяете, а? Это я себе что позволяю? Вот вы что тут поете, танцуете, ерундой страдаете? У меня смертельный номер. О, Дмитрий, вы просто хорош. 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 Ой, очень хорош. Так вот, смертельный номер. Показывай. Дим, палишься. Черт. Да-да-да, Дим, ты уже давно спалился. Смешно, конечно, ребят, но вы понимаете, что это все не серьезно. Забыл, где стою, ребят. Я не удивлен, Георгий. В зале собрались люди. Давайте уже что-нибудь покажем. Картина Репина, мы начинаем. Итак, обычный двор, обычные дети. Никита! О, домой! Пока! Димочка! Домой! Гошенька! Гоша, домой! Владик! Владик, домой! Друзья, ну стоп, 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 стоп. Все великолепно, но вы же понимаете, что мы музыкальная команда. Нужно что-то грандиозное. У нас есть шоу? Влад, у нас есть шоу. Отлично, я объявлю. Музыкальная политическая зарисовка. Смотрим. Прошел парад. Мы оружие показали. Спешат. А тут шоссе, жалость черная. Вы там, господа, вы там что хотели спеть? Ну как что, сердечко? Слава богу, вы не такие отмороженные. Давайте заканчивать. Дамы и господа, с одного взгляда кажется, что мы такие веселые ребята, играем в КВН, но на самом деле мы все учимся на серьезные профессии. Вот, например, я будущий геодезист, Георгий – картограф, Дмитрий – маркшейдер, Светлана учится вообще на сугубо женской профессии, профессии взрывателей и боеприпасов. Ну а Никита у нас работает в Адидасе, как вы поняли, он менеджер. Друзья, я предлагаю сделать нам таким разносторонним то, что от нас никто не ожидает. Что? Что? Споем. Мы скажем упрямо, что ничего важнее нет,
чем ваш смех и взгляды. Ну а это точно наш успех. Сегодня, эй, в зале, давай с нами, руками и ногами создавайте шум. Мы знаем, что с вами будем смеяться и устроим бум. Команда КВН «Картина Репина» нарисовались «Фикс отрёшь». Ваши бурные, несмолкаемые аплодисменты команды КВН «Картина Репина»! Громче можно поаплодировать! Ну что ж, и под бурные аплодисменты болельщиков на сцену хотелось бы пригласить все команды! Ваши громкие аплодисменты, друзья! МВД «Спокойно», «Чай», «По любви», «Сборная Новосиба», «Картина Репина» и, конечно же, в моем квартале «Все спокойно». Ну что ж, друзья, у нас сейчас будет конкурс-разминка, но перед этим, естественно, хотелось бы увидеть оценки жюри. Максимум за конкурс-визитная карточка 5 баллов. Итак, оценки команде КВН «Картина Репина». 4, 5, 4, 5, 4. Аплодисменты, друзья! Оценки команде КВН «По любви». 4, 4, 4, 4, 3. Оценки команде КВН «Чай». 5, 5, 4, 5, 4. Оценки команде КВН «В моем квартале все спокойно». 5, 5, 5, 5, 4. Ну и, конечно же, оценки команде КВН «Сборная Новосиба». Все судьи, 5 баллов!